Вот такая галерея в яхт-клубе, о которой я вам говорила. Сегодня у нас воскресенье, я приехала. Воскресенье 6-е, по-моему, я уже запуталась. Мая. Хочу вам показать, как это выглядит. Ну, в общем, вот здесь представлены работы вот этих двух леди. Вот они здесь сидят. Они мне сказали, что... Они мне дали свои визитки сразу. Сказали, что это они организовали вот показ своих работ. Эта выставка бесплатная, потому что люди хотят, чтобы это все продать. Я-то надеялась, что я сейчас приду. Может быть, это кто-то организовал такую выставку, что могу тут свои какие-то картины тоже представить на продажу. Есть такие выставки, но, как оказалось, к сожалению, нет. Вот они просто организовали сами, и вряд ли они... Сейчас я еще поговорю, конечно. Вот такие вот, вот, вы видите, да? 275, 185, цены, говорю, в фунтах. 350, 145, вот это очень даже неплохая, мне нравится. Вот такая маленькая, 95. А наверху тоже хочу показать вам, обратить ваше внимание. Это вот кубки такие и подарки. Это серебро высшей пробы. Вот это в яхт-клубе. Вот такие вот вручают кубки победителям. Я не знаю, стоит ли не стоит показывать вам всю эту коллекцию. Я, в общем, конечно, пришла больше не для того, чтобы купить, как вы понимаете, а больше для того, чтобы самой что-то продать, выставить на продажу. Да, ну и вот получается, что вот это вот морские пейзажи, это одна леди рисует. А здесь вот работы другой уже. Тоже леди другая. К сожалению, джентльменов нет. Ну вот у нее немножко другие работы. Хотя прямо реально узнаю угол нашего пляжа в Райде. Вообще, как вы понимаете, эти же картины, они все сделаны с натуры, именно натюрморты острова Уайт. Ну вот много еще таких маленьких картинок. Цена от 50 фунтов. Так, в общем-то, лихо, конечно. А большие... Вот вообще 200, вот этот пляж в Райде. А там наверху, не знаю... Нет, это не на продажу, это просто так. Вообще яхт-клуб этот, это Сивью опять. Очень популярное место. Я выйду наружу, вам тоже его покажу. Ну, а сейчас уж, коль скоро я пришла, показываю вам картины. Вот 220, 125, 65. Вот здесь немного другие уже. No fishing. Вот довольно симпатичная картина. Это я называю рожи. У нас называется на юге рожи вот эти цветы. Не розы, а рожи. В общем, просто покажу. Здесь вот они под номерами, и каждая потом... Ой, да еще напротив солнца, напротив света. Вообще, выставка, довольно много картин представили вот эти две женщины. Вот они, художницы, посмотрите.
В общем, как они прекрасно выглядят. Это обычная внешность англичанок. А это вот вид на наш пролив и на балкон. Это то место, где мы с вами часто гуляли. What's your name? And Steph. Stephanie. Okay, thank you, Stephanie. Ну, вот здесь, как обычно, барная стойка. Вот такое внизу помещение. Сегодня обед. Ну и вот такой вот вид. Очень красивый опять на пролив. Кстати, по-моему, это пробас-клуб. Кстати, о птичках. Вот сидит, обедает. Ну, еще вот последняя здесь. Уже на такая открытая, как бы, открытая площадка, открытая веранда. Здесь уже, может, воскресенье открыто для всех. А вообще-то этот клуб, он закрытый только для членов яхт-клуб. Члены, кстати, в этом яхт-клубе, вот у меня тоже спрашивают, обязательно деньги надо перечислить, надо деньги озвучить. Так вот, этот яхт-клуб, очень дорогие взносы. Если кто-то здесь имеет членство, но это значит, есть хорошая яхта, это значит, есть деньги. И поэтому они берут, там, по-моему, 3000 фунтов в год. Вот такие деньги берут за членство. А вот этот яхт-клуб снаружи показываю. Ветер здесь на побережье, поэтому съемку на побережье делать я не буду. Только для членов яхт-клуба, видите? Вот такой спуск к яхт-клубу. Посмотрите, какая прелесть у нас здесь на этих досках плавают люди. Hello! You all right? Good, thank you. Good. It's a nice walk, nice. Yeah, really nice. How it's called? I don't know. Paddleboard. Yeah, lovely. Yeah. It's for couple, this one. She's got one. Ah, it's each. Each, yeah. Oh, it's pity, I cannot see how you do it. give me smiles. You fantastic. Thank you very much. Вот такие встречи, вот такие отважные. Тут у нас плавающие на досках. Название они мне сказали, я тут же благополучно забыла. А я хотела спуститься вам показать. За углом вот этот яхт-клуб. Ну вот он. Вот видите, большая вода. И уже ни за какой угол я завернуть не смогу. Full water называется. Да, полный прилив. И вы знаете, что холодно. Сейчас вот плюс 10. А ночью вот сказала мне вот эта пара, что было плюс 2. Совсем холодно и вода холодная. Вот. Я как-то опять стесняюсь снимать, делать съемку, когда разговариваю с людьми. Но показала только немножко вам. Но все равно очень приятная пара. Вот занимается таким спортом. Ну а на этом все, друзья. Там опять салют какой-то. Пока-пока.